день, когда все женщины, и в особенности мамы, ждут поздравлений. Это меня поздравляет мой сын. Спасибо тебе, Миш. Но в одно мгновение может произойти непредвиденное. Мобильная связь во всех абонентах сети недоступна из-за перегрузки. Позвонить потом. И устроим. Это вряд ли. Или примчаться к своим любимым. Это место ваше, Виктория Владимировна. Чтобы поздравить их именно сегодня. Мамы. 8 марта в 20:50. Премьера на русском «Иллюзионе».